Новий рік насичений зустрічами, відпочинком і переїданнями. Сьогодні будемо говорити про те, як же збалансувати свій новорічний стіл, різдвяний, і що зробити для того, щоб ви після новорічних свят були здоровими і ще краще себе почувались, відпочивши. А допоможе нам у цьому Дар'я Лівих, лікарка-дієтологиня. Я завжди з великим задоволенням бачу вас у студії і сподіваюся, що ті поради, про які ми будемо говорити, які почують наші глядачі, будуть в насолоду. Обязательно. Так. Обіцяю. Даш, от пройшли зараз свята, ну, вони не зовсім пройшли, а лише тільки частинка, перша частинка, до якої готуються ретельно господині. Угу. Готують святковий стіл, обов'язково багато страв повинно бути, зустрічаються за великим родинним столом, а вже після того йде Різдво, і після Різдва ще теж декілька свят, коли теж можна наїстись і наїстись вдосталь. І чомусь от за традицією ми так і робимо. Наїдаємось. І переїдаємо. І нічого з цим зробити не можемо, чомусь так воно є. Скільки страв повинно бути за вашою традицією, вже лікарською, на новорічному і різдвяному столі? Это отличная тема, на самом деле. Вы умнички, что вы об этом говорите. Я хочу начать со статистики, на самом деле. Очень неутешительной. В конце ноября прошлого года, уже 20-го, было обнаружено, да, обследовано очень много украинцев. И среди них просто шокирующие цифры лишнего веса и ожирения. 60%! 60%! А не было ж такого раньше? Нет, не было. Вот 19-й год, в 19-м году проходил, в 20-м году считали, и в итоге обнаружились просто колоссальные, ну, просто шокирующие данные. 60% наших людей имеют лишний вес. Каждая третья женщина с избыточным весом и ожирением. Ай-яй-яй. Особенно это касается женщин сельской местности. Почему так? Потому что именно эти господарочки наши господыни украинского села, кроме как накормить большую сім'ю вкусними, і самі трошки вкусними, да, ситними блюдами, а потім же надо ж це все доїсти. Доїсти, а як же? Это жалко вибросити, конечно. Помимо того, что это лишний вес, что сюда еще входит? Я хочу сказать, что 91% причин смертности вообще наших украинцев – это не инфекционное заболевание, это не коронавирус, забудьте о нем уже наконец-то. Потому что люди умирают от инфарктов, от инсультов, от сахарного диабета, от гликации, понимаете? И это все обостряется после новогодних праздников очень сильно. Нам надо об этом помнить. Вот так. И не говорить не о том, сколько людей заболело и выздоровело после коронавируса, а сколько людей попали. Переїли. В результате у них гипертонический криз, инфаркт или инсульт, и они оказались в больнице. Или обострение хронического панкреатита, холецистита, желчекаменная болезнь, да, обострение, и все, человек на операционный стол отправился вместо того, чтобы праздновать дальше праздники. То есть об этом нужно помнить. Сколько мы соли едим? Вот тоже в результате этого исследования. 13 грамм вместо 5. Это средняя цифра. А естественно, те, кто любят соление, соленую рыбку, соленые огурчики и так далее, они еще больше увеличивают количество приема соли. Поэтому всегда, когда мы говорим о празднике, нужно думать в первую очередь не о том, как накормить всех вкусно. А нехай голодными будут. Да, голодными, зато здоровыми. Да? Mm-hmm. Просто переключите свой фокус с того, чтобы набить живот и чувствовать вот эту вот такую эйфорию от того, что мы все наелись наконец-то, как будто мы до этого голодали, понимаете? На другое, на то, чтобы вот выразить свою любовь через заботу о здоровье. Вот не покупайте своим внукам, своим детям эти килограммы конфет. Они им не нужны, они им абсолютно никак не улучшат ничего. Это кариес, это сахарный диабет у детей. Ну зачем же? Так а что же им бабусе принести онукови? Ну пожалуйста, покупайте фрукты, потратьтесь, купите ягоды, хоть замороженные, да? Сделайте десерт какой-то, просто возьмите вот эти ягоды, смородину замороженную, измельчите его
ее в блендере со сливками домашними. Так какой будет десерт? Як буде класно. Та никакие тортики рядом не стояли. Так а як же традиції? Ніхто ж вам зараз не скаже добре слово. Скажуть, як же ж так? І дівчина ота з села, ну там не можна на що глянути, якщо вона буде худою. І традиція наша, українська. Традиція, но ви бачите, к чому ми йдемо? Що у нас люди вмирають не від вірусів, а від насправді жартую, бо так і є. На самом деле, это просто, это на самом деле очень грустно для меня, как для врача, потому что я вижу огромный перекос, что мы все, да, мы носим маски, мы моем антисептиками руки, но мы не думаем о том, сколько мы соли едим, о том, как мы поливаем подсолнечным маслом, когда жарим котлеты, о том, сколько мы майонезов, упаковок покупаем для салатов. Почему мы об этом не думаем? Потому что нам об этом не говорят, не акцентируют на этом внимание. Именно я своей задачей вижу об этом не то, что говорить, а кричать, чтобы достучаться, не покупайте, не делайте. Сделайте. А як без олів'є? Ну як же? Ну це ж все, олів'є повинно бути. Хорошо, одно олів'є і все. Вот один салат з майонезом. Остальное это, вот смотрите, натереть на терочку сырую морковку, добавить туда гранат, добавить туда киви, вот вам уже салат. Вкусний з оливковим маслом. А якщо орешками присипати, буде вообще шикарно. Треба ж привчити всіх, а й треба поступово це робити. Вот Новий год починайте, пусть у вас 21-й год буде під егідою здорового питання. Це починається з маленьких шагов, з маленьких. Закупіть просто ці продукти. Вместо, наприклад, пачки печенья купіть 1-2 перца свіжих. Примерно зараз це одинаково по ціні, но пользу і вред від печенья, да, пользу від перца і вред від печенья вообще это на разные чаши весов, понимаете? Это совершенно по-разному. Смените акценты. И еще очень важно, что когда мы сидим за столом, да, еще очень большая проблема украинцев – это гиподинамия. И, естественно, во время праздников это усугубляется многократно, потому что мы все сидим… И ему. И ему. И товстеем, и болеем потом, хворим. Ну, это страшно. Это страшно, на самом деле. Не хотелось бы, конечно, портить праздничное настроение этим, но если мы об этом не помним, если мы об этом забываем, все потом вот сходит на нет. И та сегодня съел печеньку, уже ладно, давай. А еще же алкоголь, простите, что я вам не даю ставить слово. Я просто знаю, что... алкоголь – это отдельная тема. 60% тоже украинцев, это всех, и мужчин, и женщин, употребляют алкоголь регулярно. Из них... Точнее, не из них, а 30% всего населения – это частое употребление алкоголя. Это же болезнь. Это же хворобы. Конечно. Это, по сути, каждый третий мужчина – алкоголик. Вот такая у нас печальная статистика. А від чого? Від пива? Чи там не було таких досліджень? Там было, да, разделение на крепкие алкогольные напитки и слабые. Но в целом это не важно, потому что доза алкоголя была выше, чем 3 средних нормы. Если мы говорим об одной средней норме, то это примерно 40-50 грамм крепкого напитка, это одна порция, либо же 150 миллилитров вина, либо 200 миллилитров пива. Вот это одна порция. Безопасно дозы нет, уже все об этом знают. И в красном вине оно не лечит, понимаете, ничего. Если литрами пить, то да, не будет вот користи. Пожалуйста, помните о том, что если вы вот хотите выпить на праздник, на Рождество, да, это же святое, Иисус там, да, и так далее, красное вино, то возьмите самое дорогое вино и выпейте его 150 миллилитров. Все. Супер, але ж будуть 6 числа ще люди готуватися і обов'язково приготують 12 страв. Угу. Ось я хотіла вас запитати, якими можуть бути рекомендації? Чи обов'язково треба ці 12, чи можна їх трошечки приготувати? Ну, не знаю, жменьку кожного. От іменно, це ідеальний підхід. В ідеалі, щоб всі ці блюда состояли із овощей, сирих в ідеалі, да? Квашена капуста, одно блюдо, да? Потім варена или там тертая морковь, свекла, винегрет, да? В него мы добавляем не консервированный горошек, а замороженный, который мы просто залили кипятком. Все, вот вам готовый горошек. Третье блюдо, например, морковь с гранатом. Очень вкусно, просто попробуйте один раз. Третье блюдо, это, например, запеканка с тыквой и с яблоками. Да? Вот вам уже варианты. Там поставили рыбку, поставили какое-то, да, там...
Ну, пісні з трави, так, да, или можуть если бути, пісні, якщо то це там з картофелем теж можна, да, щось приготувати. Можна туда... Вареники. А вареники, до речі, як? Чи не дуже? Вареники, ні, вареники не треба? Не дуже, тому що це гаряче тесто. Угу. Кстати, гаряче тесто у нас в желудке знаходиться дольше, ніж м'ясо. І тут вопрос, пісни цей вечір, чи не дуже пісни? Так, значить, що ці вареники будуть потім лежати камнем, просто мертвим грузом в желудке, і потім вже ніякої взагалі речі не йде о том, щоб включать как-то мозговую деятельность, да, чтобы общаться, чтобы рассказывать шутки или там, ну, у кого какие традиции, да, разгадывать там вместе кроссворды. Вот мои, еще, что бы я порекомендовала нашим гражданам, это подумать заранее не о том, что вы будете есть, а о том, чем вы будете заниматься в этот вечер. Например, либо это настольные игры, да, если это настольная игра, подумайте, какая она может быть так, чтобы и детям, и взрослым было интересно. Если вы будете, там можно просматривать фотографии, можно вспоминать какие-то, да, придумать анкеты, вопросы. Спиваты же можно. Спиваты, пожалуйста, все что угодно, ну, внедряйте это в свою жизнь, не будьте просто вот этими мешками для еды, которая, понимаете, вы сидите за столом. А на Різдво? Це ж качка запечена. Пожалуйста, одно блюдо мясное. Одно. Все так. Окрім неї, малесенькі салатики. Да. Где много без свежих майонезу. Сирих овощей. Так, ну, именно так. Так. І хочеться ще, Даша, запитати вас, як же впливають ті страви, які ми звикли їсти, на організм? От ви сказали, що для хронічних захворювань це просто смертельно. Угу. Якщо людина просто буде доїдати, ну, скажімо так, на Новий рік приготували, поклали в холодильник після того, і на наступний день дістаємо і почнемо їсти. Що людина отримує? И как потом это все відгукнеться на її здоров'я? Смотрите, в холодильнике хранить можно не больше 2 суток приготовленную еду. То есть вы не растягиваете до 7-го, до 6 января эти блюда, понимаете? Вы готовите чуть-чуть, чтобы, да, на следующий день вы это смогли доесть, все, и дальше у вас уже что-то пошло свежее, да, тот же салат там, да, вот зимой мой, например, любимый салат и салат моей семьи, это просто сырая свекла на терку, это сырая морковь на терку и яблоко, например, или киви вместо яблока, и это просто, ну, не надоедает, потому что это сочный, просто это насыщение, это полезно, это красиво, это вкусно, ну, опять же, да, сменить чуть-чуть акценты. Что человек получит, да, от кишечной банальной инфекции, да, с походами в туалет, либо же это просто обострение каких-то хронических болезней, если это, например, избыток там жиров. Вот та же утка, например, не показана детям, у которых слабая поджелудочная железа в плане ферментативной активности. Поэтому, да, мы слышим из реклам, что там мезим, ферменты. Давайте сначала вы, значит, нажретесь, простите, а потом будете запивать это ферментами. Зачем? Зачем это делать? Вы просто вы подумайте о том, как вы не любите свои внутренние органы, когда вы переедаете. Вот если бы у этой же печени, у поджелудочной, были просто возможность с вами поговорить, ведь они же говорят на самом деле, когда болят, когда что-то там тянет, да, высыпание. Они с нами говорят, но мы же их не слышим до последнего. Почему? Почему так? Надо включаться заранее и думать, и любить свои внутренние органы. Просто вот как вы, понятно, что если вы один в поле воин, и вас никто дома не поддерживает, все равно настаивайте на своем. Вода камень точит, и постепенно-постепенно все тоже перейдут на вашу сторону. Ну, звичайно, якщо жінка буде годувати собі, і трошечки, можливо, дасть скуштувати всім решта, хто ж крім неї готує? Вона? Да. Вот нехай вона започаткове. От женщин на самом деле очень много зависит. Кстати, по употреблению овощей и фруктов у мужчин вообще там катастрофическая картина. Угу. Если у женщин еще они хоть более-менее еще заботятся и думают, то среди мужчин, вот это тоже по нашей статистике, это вообще печаль печальная. Поэтому наша с вами женская задача приучить своих мужчин и детей и
больших детей, да, к тому, чтобы есть овощи. Это просто надо им давать. Они сами не будут этого делать. Не будут. Думайте, скажут, что я без мяса не наедаюсь. Да, что я кролик тебе есть, эти, значит, капусту или там что-то. Но важно доносить, да, включать. Вот смотри, у тебя есть высыпания, да, ты бы не хотел, чтобы они были. Вот давай включать тогда клетчатку. Ты видишь, что у тебя талия уже там под 100 сантиметров. Ты думаешь, это хорошо и полезно? Нет. Кроме того, что это дискомфорт, одышка и тяжело завязать себе шнурки, это еще и нагрузка на сердце, на сосуды, на головной мозг в том числе, и, извините, на эрекцию, потому что тоже это большая проблема, и переедание жиров, высокий холестерин, атеросклероз усугубляют у мужчин это состояние. А якщо ми готуємо стіл, то обов'язково ставимо туди ще і напої, які треба запивати. От окрема історія, коли ми їмо і запиваємо. Чи правильно це робити, і як саме треба налаштувати свій організм і свої звички, щоб окремо їсти, можливо, так, і пити, якщо це потрібно? На самом деле ми можемо, нам можна запивати. Это нормально, естественно. Когда мы едим суп, мы же не разделяем жидкую часть. Я съем за 15 минут, а потом нет. И точно так же мы можем запивать блюда, которые сухие особенно. Да? Если это там утка, то мы можем ее запивать каким-то просто либо водой, подкисленной водой в идеале. Вот, очень хорошо усваиваются все витамины, минералы, микроэлементы и перевариваются лучше жирные и мясные продукты, если мы чуть-чуть подкисляем. То есть на вашем столе прям отдельным блюдом должно быть блюдечко с лимоном. И прям не с дольками вот этими несчастными тоненькими, а прямо с кусочками, то есть чтобы ваш гость смог взять вот этот кусочек, четвертинку лимона, выдавить себе на там мясо или на рыбу, или просто в стакан воды и улучшить свое здоровье, да? Улучшить пищеварение. Это первое, да, то есть мы в воду можем добавлять лимонный сок или там яблочный уксус, если он проверенный у вас. То есть запивать мы можем в процессе. Так, ну це, бачите, це дуже добре, що є така звичка і будемо формувати її. І наостанок хочеться почути від вас ті ж рекомендації, які нам, ну, просто дуже необхідні, виходячи з тієї статистики, яку ви сьогодні озвучили. Перше, зміщайте акценти на емоції. Очень часто ми компенсируем какой-то едой, особенно вредной, недостаток или избыток плохих эмоций, или недостаток хороших. Поэтому, друзья, обращайте внимание на то, как вы будете, что вы будете делать в новогодние и рождественские вечера, как проводить время. На игры, на общение, на просмотр фотографий. Вспомните хорошие все моменты, которые тоже были в этом году. И дальше максимально акцентируйтесь на тех продуктах, где есть много сырых и готовых овощей, радуга на тарелке, да, чтобы максимально разгрузить себя в это время. Дар'я Лівих була сьогодні в нашій студії, дуже феєрично ви розповіли про усе, що нам необхідно знати, пам'ятати і формувати заздалегідь звички. І якщо ми будемо ось так, як ви сказали, робити, потрошки, то врешті-решт, можливо, за декілька років з нас буде здорова нація. Однозначно, дуже це моя вам. Цель теж. Спасибо. Дар'я, і будемо чекати вас у нашій студії ще, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. We'll be right back.